На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» завтра проведет очередной поединок чемпионата Беларуси. Дружина Сергея Цыганкова отправится в Минск, где поспорит за очки с местным СКА. Поединок пройдет во дворце спорта «Уручье», начало в 19:00. За трансляцией поединка можно будет следить на сайте Белорусской Федерации гандбола. В первом круге соперники встречались в Гомеле. Тогда сильнее были армейцы 31-24. В турнирной таблице Гомель на 5-м месте, СКА на 2-м. В Гомеле завершился ежегодно открытый турнир по теннису «Золотая осень». За призовые места боролись юноши и девушки в возрасте до 12 лет из Гомеля, Минска и Бобруйска. На гомельские корты выходило более 50 спортсменов. По результатам турнира у сборной Гомеля 4 медали – золото, серебро и 2 бронзы. Среди юношей отличились Никита Ревенок, Максимилиан Нехорощев и Матвей Жарин. У них первое, второе, третье места соответственно. Среди девушек только одна медаль – бронза у Нелли Стулькевич. Более 150 спортсменов приняли участие в 6-м республиканском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина. Награды оспаривали спортсмены из всех регионов Беларуси, а также Брянской области России. Возраст атлетов 15-16 лет. За время своей тренерской работы Виктор Внучкин подготовил 6 мастеров спорта международного класса, 40 мастеров спорта СССР и Республики Беларусь. Среди его воспитанников чемпион Европы Рашат Мамедов, бронзовый призер чемпионата мира и вице-чемпион Европы Сергей Кухаренко, бронзовый медалист чемпионата континента Николай Барковский, неоднократный призер первенств Европы, участник Олимпиады в Лондоне Евгений Бедулин. Победителями 6-го турнира памяти Виктора Внучкина стали представители Гомельской области Илья Баранов, Андрей Шимбалев, Степан Терешков, Полина Слесаренко и Валерия Максименко. Также в активе наших спортсменов 4 серебряных и 9 бронзовых наград. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».